большой привет! Засниму сейчас видео про свои новогодние коробочки Elbox. И давайте же начнем с первой коробочки и по порядку, что будет мне попадаться. Calvin Klein Beauty. Женственный приятный аромат с запахом лилии и жасмина. В целом неплохой. Редко когда попадаются такие ароматы, которыми я могу пользоваться, но вот этот, в принципе, один из них. Не стопроцентное мое попадание, но все же. Также Calvin Klein Beauty, лосьончик для тела, которым можно будет пользоваться. Календарик Elbox 2013 год, очень приятно. Также парфюмированная водичка от Armand Basie. Это действительно мой аромат, практически на 100% попадание. Мандарин, бергамот, имбирь, ноты розы, ландыша, жасмина и фиалки. Далее, что мне попадается, это такой вот тюбик лака. Лак подходит для всех типов ногтей, особо для пожелтевших, возрастных, склонных к грибковым заболеваниям. Гарантирует мощную защиту от инфекций, внешних воздействий и УВ-лучей. Применяется как самостоятельное покрытие, база под маникюр, верхнее покрытие для маникюра, содержит инновационный комплекс активных компонентов. В общем-то, смотрится он на ногтях просто как обычный прозрачный лак такой с глянцевым эффектом. Была полноценная помадка Rouge Vani, помада насыщенных цветов, кроткая интрига, тон 0,1. И выглядит это все у нас таким образом. Немного темноватый для меня тон, если честно. Насыщенный коричневый тон. На губах лежит довольно комфортно. Нет никакого запаха от нее. В целом неплохая помадка. Также от Avène у нас различные кремики, которые я, в принципе, еще не пробовала. И ничего про них сказать не могу. Для тела лосьон и для лица тоже кремик. В общем-то, потом в пустых баночках уже будет полноценный отзыв о них. И также, что последнее в этой коробочке, это средство для волос. System Professional, мусс и также лак для волос. В целом мусс неплохой. Кстати говоря, муссом я очень давно не пользовалась, уже практически со студенчества. Как-то, не знаю, особо он у меня не прижился. Лак, я бы не сказала, что чем-то он отличается. Обычный стандартный лак. Супер впечатление на меня эти средства какого-то не произвели, если честно. Моя первая коробочка, и давайте же я перейду ко второй. Обыкновенная картонная оформление, все натуральные средства. В этой коробке у нас только один декоративный продукт. Это лак для ногтей колорист фирмы. Очень приятный оттенок. Честно говоря, я его еще не пробовала, но уже чисто внешне напоминает лаки от Essence из вампирской коллекции, которые, в принципе, очень хорошо смотрятся на ногтях. И я надеюсь, что этот будет смотреться точно так же. Это вообще идет лак-укрепитель для ногтей номер 126. Далее очень меня порадовали от Маловаров фруктовые вазы, массажная плиточка, также зеленый чай плитка. Точно такие же плитки у меня есть в полноразмерном варианте. И также питательная и увлажняющая плиточка у меня тоже уже была. Супер средство, обожаю марку Маловаров. Не устану об этом повторять. Обязательно, кто еще не пробовал, попробуйте такого рода средства. Могут не понравиться только тем, кто не любит слишком какие-то жирноватые, маслянистые текстуры, кто любит, чтобы крема и лосьоны сразу же впитывались в тело и не оставляли никаких следов после себя. Дальше 75 мл шампунь Лагона, может быть, я неправильно произношу, поправьте, если что. Это шампунь объем с пивом и медом для защиты и ухода. Пока я пользуюсь салонными средствами для волос, поэтому, естественно, не мешала пока, не пробовала, но обязательно, когда у меня скоро все уже закончится, перейду на этот шампунь и попробую. Далее гель для душа, маленький пробничек, дынный смузи. Прощай стресс, твоя кожа мечтает о фрутбере. Здесь написано, что это натуральный продукт, аромат настоящих фруктов, без силиконов и парабенов. Ну вот, обязательно попробую. Дальше очень удивила такая аптечная форма, можно даже сказать, это успокаивающий и восстанавливающий
Крем наносят на проблемные зоны тонким слоем по мере необходимости, нежно втирая в кожу. Но я вот его еще не пробовала, пока он мне не пригодился еще. От Yves Rocher, очень редко встречаются в коробочках средства от Yves Rocher, бальзам для губ. У меня был бальзам для губ в стике, честно, не произвел какого-то впечатления. Не на 100% это все натуральный продукт, но вот этот будет интересно тоже попробовать. Это восстанавливающий биобальзам для губ. Компоненты растительного происхождения: масло какао, экстракт каштана, масло лесного ореха, масло сладкого миндаля, масло кунжута. Не содержит компонентов животного происхождения. И последние три средства у нас для лица. Это и эмульсия, и два кремика. Тоже еще я не пробовала. Как нам пишут, прекрасно защищает чувствительную кожу, снимает раздражение, успокаивает покраснение. Питательный крем зеленой энергии для комбинированной кожи. Растительные активные вещества стимулируют регенерацию клеток. Природный увлажняющий комплекс способствует достаточному сохранению влаги в коже. Наполнение каждой коробки больше, чем ее стоимость. Это очень радует. И действительно, очень хороший состав положили команды Elbox. Спасибо вам. Поздравляю вас всех с Новым годом. Компания Elbox также успехов и процветания. Продолжайте и дальше радовать нас своими прекрасными коробочками. Я надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.